Ребят, это 25-й дубль. Пытаюсь сделать немножко короче, никак не получается. В общем, как получится, так получится. Система анонимности. Ребят, это система, когда ваш музбек при входе в бой теряет облик. Что же это такое? Допустим, вы за 5 рубинов в течение всего дня становитесь абсолютно ноунеймом. То есть при входе в бой вы заходите также рухом, титаном, созидателем, неважно, ребята. Однако на музмехах ваш персонаж переименовывается в анонима, допустим. Или переименовывается в невидимку, или в ноунейма. Это не зависит от того, главное, что просто пропадает никнейм. Картинка вашего меха становится черной. То есть он как бы положен, что, допустим, у нас нарисован вы на титане, однако картинка внутри черная. После чего вы спокойно же так играете, ну, то есть выходите, независимо от того. И главное, вас не выцеливают, то есть вас не убивают по вашему никнейму. Многим эта тема как бы непонятна и чужа, однако для меня это является очень большой проблемой. Чисто для меня. Но я думаю, что меня поддержат некоторые донаты, которые точно знают эту же проблему. Меня поддержат ютуберы, которые все сталкиваются с этой проблемой. Просто все сталкиваются. Не знаю, ребят, ну, я сейчас запущу после моего разговора большую подборку картинок. Посмотрите картинку и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и дальше, ребят, на обычках, соответственно, запускание такой же системы, оно немножко сложнее. Я имею в виду системы анонимности. Сегодня речь идет именно об этом. Ну, сложновато, конечно, просто так рассуждать. Ну, давайте вкратце по самому этим. То есть я просто подведу как бы само рассуждение к одной логической структуре. То есть вы платите 5 рубинов для системы элиток и выживания. Ваш музмех становится ноунеймом. То есть у него абсолютно отсутствуют всякие разные опознавательные признаки, которые могли бы вывести на вашего персонажа. То есть когда вы пишете в чате, просто пишется no name, и нельзя, допустим, нажать букву I и перейти на персонаж, что решает его идентификация. Вообще такая идея была и на боях еще, то есть сделать анонимным персонажа, допустим, на время грабежа, чтобы не видно было, кто на вас нападал. Это была первая, ребята, система анонимности. Сейчас назрела такая же вещь и на музмехах. Очень бы хотелось ее увидеть. Но каким будет эта система, то есть пока я не знаю. Либо это на один бой покупка за определенное количество рубинов или звезд, или это же будет на целый день, получается, покупка. Ну, тут надо, чтобы сами разработчики. А я просто, ребят, хотел поделиться этим, потому что у меня очень сильно назрело. Даже из-за того, что многие, кто на меня смотрит и знает, что я на 30-х уровнях, ребята, в элитках я сплю. Я просто сплю, что началось, говорит, вы не берите его, он постоянно спит. Это было создано специально, ребята, это утка, это тактика моя такая была запущена, чтобы меня хотя бы оставляли в живых. Однако абсолютно фиолетово, она не сработала. То есть как убивали, так и убивают на первых ходах. Ладно, дальше, ребят, я запущу картиночки. Скажите, что вы думаете о системе анонимности в комментариях. Кто сталкивался с такой же системой, ребята, отписывайтесь плюсиками. Я буду знать хотя бы, что я не один такой. Но назрел, ребята, уже кризис именно анонимности. Не знаю, буду писать в администрацию с предложениями или не буду. Пока не решу по вашим комментариям, в общем. Всем спасибо, кто смотрел. Ребят, счастливо. Давайте. Жду ваших комментариев. В общем.